Всем привет! Меня зовут Аяна, и это канал хоккейного лагеря Ice Bulls. Сегодняшнее видео будет интересно тем, кто хотел бы к нам приехать, но не знает, с чего начать. Начнем с регистрации. Для того, чтобы зарегистрироваться в нашем лагере, вам необходимо выполнить регистрационную форму. Здесь, при заполнении формы, пожалуйста, обратите особое внимание на правильность ваших контактных данных. То есть нам от вас нужен работающий имейл и правильный номер телефона, чтобы в случае необходимости у нас была возможность с вами связаться. Здесь же во время регистрации вы можете заказать трансфер. Если вы посылаете ребенка одного без сопровождения, то мы рекомендуем, чтобы вы у нас трансфер заказали. В таком случае мы приедем в аэропорт, встретим вашего ребенка, привезем в лагерь, а потом по окончанию лагеря мы обратно отвезем его в аэропорт. Стоимость такого трансфера 80 евро. В случае, если вы взрослый человек или вы сопровождаете ребенка в лагере, вы трансфер не хотите, в таком случае вы можете просто приехать из аэропорта на такси. После того, как вы заполнили все поля, вы форму отсылаете, нажав кнопочку «Послать». Регистрационная форма принимается нашей системой только после оплаты аванса. Аванс составляет 100 евро за каждого человека, который приезжает к нам в лагерь. Поэтому, если вы посылаете ребенка одного или приезжаете самостоятельно, аванс составит 100 евро. Если вы сопровождаете ребенка или кто-то сопровождает вас, то стоимость аванса увеличится на количество сопровождающих. Здесь же при регистрации можно заказать дополнительную футболку, но ее можно закупить потом, позже в лагере. После того, как вы отослали форму, вы будете автоматически перенаправлены на страничку с оплатой. Оплату можно произвести банковской картой, либо банковским переводом. Здесь тоже ничего сложного нет. В случае, если у вас что-то не заладилось, такое случается, что вам кажется, что у вас перевод не прошел, тогда свяжитесь с нами. Я всю контактную информацию оставлю в инфобоксе под этим видео. Вы свяжитесь с нами, и мы разберемся, получили мы платеж или нет. После того, как мы получаем вашу регистрационную форму и аванс, мы вам вышлем подтверждение о регистрации в лагере. Это подтверждение вам необходимо для того, чтобы подать документы на визу. Если у вас визы нет, то ко всему перечню документов, которые требуют консульства, вам нужно будет приложить это подтверждение. Перечень документов, которые требуют консульства, я оставлю также в инфобоксе ниже. Здесь я бы хотела обратить ваше внимание на то, что консульства разных стран могут вносить небольшие изменения в список документов. Поэтому, если вы точно знаете, что вы будете подаваться в этом конкретном консульстве, лучше туда позвонить и уточнить, правильный ли у вас список документов, или же у этого консульства есть какие-то свои требования дополнительные. Итак, вы зарегистрировались. Теперь вам необходимо приобрести билеты, подать на визу, получить визу, и вы можете приехать к нам. Когда вы будете покупать билеты, имейте, пожалуйста, в виду, что первая тренировка состоится в день вашего приезда. Если вы приезжаете в лагерь, который состоится с 5 по 11 марта, то первая тренировка состоится 5 марта примерно в 5 часов вечера. Поэтому старайтесь покупать билеты так, что приехать в 12 или в 2 часа дня. Так у вас будет достаточно времени, чтобы спокойно получить вещи. Я думаю, что с такой большой сумкой, с которой вы поедете, вы будете их получать дольше, чем обычно. И спокойно доехать до лагеря, спокойно поселиться, немножечко отдохнуть и потом уже с новыми силами идти на тренировку. Хочу вас попросить, в случае, если что-то вам непонятно и у вас возникли какие-то вопросы, не стесняйтесь нам написать, мы говорим по-русски. Не стесняйтесь нам звонить. Вся контактная информация внизу в инфобоксе. Если у вас есть вопросы к этому видео, задавайте их в комментариях ниже. Ставьте свои лайки, если вам это видео понравилось. Пишите свои замечания или пожелания. Может быть, есть какие-то вопросы, которые мы не осветили, но которые для вас вызывают большой интерес. А пока я с вами прощаюсь, я надеюсь скоро увидеть вас в лагере. Хорошего вам дня. До свидания.